Доброе утро всем, кто смотрит программу Микс ТВ. В эфире рубрика «Красота и здоровье» Зины Червинской. О чем мы будем говорить сегодня? О гимнастике лица. Существует ошибочное мнение, что стареет в первую очередь кожа лица. Это неправильно. Стареют в первую очередь мышцы. Мышцы теряют свой тонус, и если мы будем делать только массаж лица с кремами, с серумами, это не даст эффекта, потому что это пассивный метод. Нам нужно работать с мышцами. А как мы можем работать с мышцами? Естественно, с помощью гимнастики лица. Сегодня я вам покажу упражнения, которые позволят вам исправить положение носогубных морщин, исправить положение шейных морщин. И таким образом я научу вас, как сделать лифтинг глаз, сделать лифтинг шеи и сделать лифтинг овала лица. Итак, я вас просила приготовиться к этой передаче и приготовить баночку с кремом и чистенько помыть руки. Это обязательно. Итак, первое упражнение, с которым мы начинаем. Это мышцы шеи. Они очень тонкие, и платизма, так называются мышцы шеи, они стареют в первую очередь. Значит, сядем удобненько на стул и очень хорошо на вдохе поднимем шейку наверх и статически зафиксируем это положение 10 секунд. Затем делаем выдох и опускаем голову вниз. Но сделайте это так, чтобы у вас напряглись мышцы шеи. Это упражнение первое. Сделаем еще раз. Вдох. Зафиксировали. И на выдохе делаем голову вниз. Следующее упражнение касается мышц вокруг ушной раковины. Эти мышцы называются мышцами красоты. И если мы смотрим на себя в зеркало, нам всегда хочется подтянуть вот эту часть. Вот, мы ее подтягиваем. Это мышцы, которые находятся за ухом. Итак, чтобы нам подтянуть эти мышцы, мы обхватываем вот так лоб и стараемся так, чтобы у нас и виски захватились. А теперь мы стараемся поднять уши наверх. Не получается. Первый раз никогда не получается. Но если вы будете делать это упражнение целых 2 недели, у вас они поднимутся, как у эльфов. Я вам обещаю. И вот эти мышцы напрягите и зафиксируйте тоже 10 секунд. Так, чтобы вы это почувствовали. После 2 недель вы увидите, как у вас очень хорошо поднимется овал лица. Следующее упражнение, оно очень трудное, но кажется на первый взгляд простым. Итак, языком постарайтесь двигать вокруг круговой мышцы рта до 20 раз. Итак, поехали. Я думаю, что после первого раза вы уже где-то на счет 10 почувствуете, как у вас боль в мышцах щечных. Это правильная боль, это хорошая боль. Она пройдет у вас буквально через несколько дней. Не забывайте делать это упражнение утром и вечером. А еще лучше, когда вы едете в автомобиле и стоите на красном свете. Тогда вы можете использовать это время для гимнастики лица. Следующее упражнение. Попробуйте сделать так. Вытяните губы и вот так широко откройте рот. И тоже посмотрите, можете посмотреть в сторону. Если там какой-то автомобиль рядом, то водитель, который рядом с вами, сделает такое же удивленное лицо. Правда, будет весело. Итак, еще раз. Напрягите мышцы скуловые. Это очень хорошее упражнение. Сделайте так 10 раз. И 10 секунд зафиксируйте это положение. Следующее упражнение, которое я очень люблю, и оно делается тоже очень легко,
Но поначалу где-то попробуйте делать это 10-15 раз, потом доведите до 40 раз. Итак, нижнюю челюсть и нижнюю губу постарайтесь к носу. Итак, попробуем. А потом наоборот. Видите, как напрягаются мышцы шеи? Итак, еще раз. А теперь все жалуются на морщинки скорби. Чтобы убрать эти морщинки, давайте сделаем следующее. Вот так зажмите, пожалуйста, свои морщинки и постарайтесь нижнюю челюсть как можно ниже опустить к шее. И если вы будете делать это 15-20 раз, тоже можно это делать в автомобиле, то эти морщинки у вас в скором времени исчезнут. Многие женщины не любят морщинки, которые находятся поверх нашей губы. Это так называемые морщинки курильщиков, или кисетные их еще называют. Для того, чтобы эти морщинки убрать, давайте сделаем следующее упражнение. Итак, вот нижнюю челюсть вы прижали, а верхнюю постарайтесь вот так сделать. И морщинки, которые находятся вокруг рта, у вас тоже в скором времени уменьшатся. Что нас еще беспокоит? Провисают щеки и образуются носогубные морщины. Что мы делаем? Зажимаем щеки и стараемся моргать щеками. Вот эта мышца самая главная. Она в первую очередь страдает от птоза. Поэтому постарайтесь задержать чуть-чуть вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Эти мышцы очень скоро наберут свой объем. И тогда вам не нужно будет делать филлеры. Ваши щечки будут очень красиво выглядеть. Упражнение, которое захватывает как бы все мышцы лица, называется поза льва. Ну, если мужчины смотрят эту позу льва, значит, могут вызвать скорую помощь. Но не пугайтесь. Итак, сели прямо. И постарайтесь языком достать подбородок. У вас напрягаются все мышцы лица. На сегодня, я думаю, что мы эти упражнения все выучим. Вы попробуете несколько раз посмотреть эту передачу в записи на YouTube. И таким образом мы сможем восстановить мимику, мы можем восстановить мышцы лица и стереть морщинки, которые образовались у нас, ну, с течением нашего возраста. На этом мы заканчиваем нашу рубрику. Ждите нас в следующем эфире. Всего вам доброго, будьте красивы и здоровы!